Второе экстренное собрание садоводов города состоялось 8 января в Севастопольском центре культуры и искусств. Цель встречи – построить диалог с властью. Речь на встрече шла о нормализации поставок электроэнергии на территории садоводческих хозяйств, а также определение порядка ее потребления внутри фермерских объединений. По словам руководителя комиссии по садоводству общественно-экспертного совета Севастополя Андрея Липенко, на землях садоводческих хозяйств, общая территория которых составляет 30% от размеров города, проживают сотни тысяч беженцев с материка. В Севастополе, по данным комиссии по здравоохранению, у нас проживает около 650 тысяч человек, в отличие от официальной статистики 450 тысяч. Подавляющая часть этих людей находится сейчас на территории садоводческих объединений. Со стороны Союза садоводов России уже последовало несколько предложений. Среди них организация региональной сетевой компании, которая возьмет на обслуживание сети садоводческих объединений и нормализует распределение электроэнергии.